Пункт приема и выдачи благотворительной помощи «Вторые руки» действует в Анапе не первый год. Благотворительные мероприятия здесь стали регулярными. В сентябре стартовала добрая акция «Помоги собраться в школу». Неравнодушных людей отозвалось немало. Одежду, портфели, канцелярские принадлежности получили несколько десятков школьников. Сейчас в рамках акции «Подари тепло» организован прием вещей по сезону. Одежды и обувь принимаются только в чистом, аккуратном состоянии. Какие-либо документы при приеме и выдаче вещей не требуются. Мы поддержали инициативу социального развития «Щедрый вторник» по развитию благотворительности и волонтерства. На базе пункта «Вторые руки», который организован здесь, вот мы с вами сейчас находимся, организован сбор вещей по сезону, обуви, можно принести книги, игрушки, потому что предстоят новогодние праздники, продуктовые наборы, то есть можно оказать помощь, социальную помощь семьям, которые нуждаются в особой заботе государства, тем людям, которые оказались сегодня в трудной жизненной ситуации. Уважаемые анапчане, приглашаем всех неравнодушных людей, наших предпринимателей, торговые предприятия принять активное участие и оказать посильную помощь. Активно участвуют в благотворительной акции студенты, в том числе и анапского филиала Московского педагогического государственного университета. Ребята считают своим долгом оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Мы учим людям помогать тем людям, которым очень сейчас тяжело. То есть мы приносим вещи, бытовую химию, обувь, приносили продукты питания, приносили даже сумки, как-то даже принесли шторы. Мы помогаем абсолютно таким же людям, подросткам, как и мы. Просто некоторые оказались в трудной жизненной ситуации, которым необходима наша помощь. 78 семей уже получили вещи благодаря акции «Подари тепло». Это и одежда, и обувь, и даже бытовая техника, мебель, а также продуктовые наборы. Особенно востребована акция среди многодетных семей, которые, впрочем, не только принимают помощь, но и часто ее оказывают сами. Семеро детишек, я одна. Ну, там как бы хорошая помощь. Спасибо большое людям, которые приносят вещи. Мы тоже свои приносим, с которых вырастаем. Тоже с кем-то делимся. Помочь ближнему намного легче, чем кажется. Для этого не всегда нужны денежные вложения. Достаточно просто посмотреть, нет ли в доме мало востребованных вещей, которые могут кому-то пригодиться. Пункт приема и выдачи благотворительной помощи «Вторые руки» находится по адресу Анапа, улица Советская, 134А. Часы работы в зимнее время с 10 до 16 часов. Выходные – суббота и воскресенье. Ирина Меркурьева, Михаил Григорьев, Анапа регион.